Есть каналы, которые по-настоящему делают эротику. А есть некоторые каналы, стараются делать, у них не получается. Эротика – это искусство. Кто создает правильную эротику и оккупирует сердца зрителей, это значит, тот человек достойный аплодисменты и овации стоен. Мисс «Русская ночь», я думаю, что она должна быть светлой, обязательно сиять, и чтобы ее можно было увидеть ночью. Это значит, она должна быть блондинкой. Привет, и ты здесь. Вы тоже здесь. Ну что ж. Поцелуй всех мужчин. Эта камера меня просто преследует на протяжении уже нескольких недель. Что документальный? Эротический канал. Правду говори, правду говори. Я не буду говорить. Конечно, смотрю, а что? Он не смотрит, он делает. Конечно, смотрю. А что, в гостинице всегда эротический канал? А почему, конечно, здравствуйте. Ну, да, мне кажется, все нормальные вообще люди смотрят эротику. Я не могу сказать, что я смотрю эротику, но я могу сказать точно, что я остро чувствую красоту, искусство женского тела. Мое эстетическое восприятие, конечно, удовлетворяется, когда я могу созерцать женскую красоту. Вообще всех, кто собрался в клубе «Прада». Спасибо вам, что пришли. Нам спасибо, что нас пригласили. Сосо, надеюсь, ты присоединяешься к нашим вообще тут, видишь, выборам. Мы тут девушку навыбирали. Наши аплодисменты! Вот она, победительница номинации. Самая красивая девушка проекта. Давайте мы ее позовем на сцену и вручим наш приз. Вот подарок для вас. Вот она, вот эта девушка изображена на этой фотографии. Но вы лучшая сегодня вот здесь. Браво! Неожиданно, если честно, но приятно, ничего не скажешь.